Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Umidigi F2. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать так, чтобы анимация была гораздо более плавнее и немножечко, скажем так, медленнее. Для начала нужно открыть приложение настройки, спуститься в самый низ и выбрать пункт «Система». Затем нажать на кнопку «Дополнительно» и открыть пункт для разработчика. Если у вас этого пункта нет, тогда вы должны его активировать. Как его активировать, вы сможете найти у нас на сайте. Так и впишите, можете в поиск Google вписать Umidigi F2, как войти в режим разработчика. Итак, для разработчиков теперь берем, спускаемся вниз. Вот, доходим до пункта «Отрисовка», выбираем пункт «Анимация окон» и выставляем значение 1.5-2x, как вам удобнее. Я давайте выставлю 2x, плюс-минус, пусть так у меня будет везде. То есть здесь есть 3 параметра, и на целых 3 параметра нужно выставить другое значение. То есть либо 2x, либо 1.5x. Ну, 5x это, конечно же, издевательство. Ну, в общем-то, смотрите. Теперь я выхожу на рабочий стол. Смотрите, как теперь плавно работает все. Конечно же, скорее всего, самым лучшим решением будет выставление 1.5. Ну, мне так кажется. Мне кажется, что 1.5 это самое оптимальное, но для наглядности я включил 2x. Ну что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вдруг у вас появляются какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Будем рады на них ответить. Пока.